Сколько стал стоить-то? 20. А сколько же оно стоило? Мороженых отставить. Господи, да это вообще копейки, 20 рублей-то. А что ж там за мороженое такое-то? Нам есть не будешь. Сидим хорошо так. А. Я брала. И очень даже вкусно. Вкусно. Это все сгущенкой. О, мороженое. Правильно. Работница приехала. Она говорит, мороженица такая охота. Говорю, ешь. А говорю, чудная. Прям этим. Все, ага. Надо себя тоже баловать. Мороженое. Сами же купим. А правда, вот мы с мамкой купим. Сами же купим. И не едим. Вообще глупые мы с тобой, да? Ой, сегодня погода шик, нету солнца, прям вот тепло, одно удовольствие. А то я в тот раз, видали, обхарила как. Ну вот так вот. Ой, да. Умерла у нас одна знакомая девчонка, и сидим сейчас с мамкой. Она такая была девочка. Ну, девушка же. Ну, для меня 80 лет они девочки. Настолько добрая была, настолько отзывчивая. Я с ней тоже общалась, она ко мне на день рождения приезжала. Поделиться секретом, никогда никому ничего не скажет. И прям жалко, вообще от души жалко. Такая добрая-добрая. Говорю, какой секрет, расскажи. Никогда не расскажет. И причем про себя такая была не скрытная, тоже все рассказывает. Ну такая прям, господи, так жалко. Че помочь, всегда поможет. Вот так вот. Чё ты моркой плохо зашла, и бурак плохо зашел, и все какое-то затритивное. Ну, всё плохо. Наверное, одного счет привозить, удобрять. Мы-то ничего не делаем этого. Вот поэтому и плохо. Ой, как хорошо. Вот мы... Ма, как вдвоем хорошо тут, а? Когда мы, я вот с тобой, мы тут побыть, с ночевкой, вот без лишних хвостов. Вот сейчас сидим вдвоем, это просто кайф кайфово. Сейчас вот приедет саранча, шум, гам. Ой. А я не знаю, что ты не спрашивала. Она хотела вроде рассадку купить. Ой, какой деньги на рассаду нафиг надо. Детки, я себе место нашла, где обмываться-то, пока душ нету. Вон где бак, у меня же ворота высокие. Сейчас так. Так, господи, что показываю, не пойму. Мне не видно ни шиша, ни охота камеру отключать. Я не знаю, видно, не видно, девки. Ну, вот нам видно. Вот ворота. Тут бак, там ворота. Тут чем-нибудь он накинул какую-то простынь старую. Зашел, ведерко воды согрел, искупаешься за мое-мое. Я сейчас все бегаю, скачу. Кому чё? А мне купаться подавай. Я не поняла, дождик, что ли, капнул? Мне что-то на пальце. Вроде бы сегодня дождь, не обещали. Что-то голова чешется. Искупалась. А сану чешусь. Ой, и шея чешется. Все чешется. Все чешется. Хорошо, хоть между ног не чешется. Шланг есть в банке? А я... там что, у тебя не шланг? Ну, это в Ну, так ты сказала сделать покороче, Толик сделал. Я почему ругалась-то, говорю? Нафига? А там еще один сосок. Где там сосок у тебя? Просто шланги менять. Понятно, это я. Я только, ты нахера отрезал? Говорю, вон, у меня стоит... Ой, да ладно, господи, бёдра натаскается. Ой. Завтра Женька к нам приедет на дачу, брат, с Настей. Вот.
Вероничка, не знаем. Она вроде с тобой что собралась, кстати, вечером уехать. Ну, как захочет. Уедет, уедет. Не уедет, не уедет. Спать сновато. Я вон мамке говорю, тебе говорю, жируй двухэтажный дом. А мы все тут в теремке. В том году хоть девок брали, там, когда народ много, а это прямо не берут. Не берут, они сами идут. Боровы. Там он пришла, кумета, на первом этаже. Там два диванища, там, я не знаю, там можно человек рот положить спать. Да плюс второй этаж стоит, две кровати. А здесь я спала с девками на диване. Я не спала, я мучилась. Я вот в том году здесь была с девчонками только. Я прям кайф ловила и не уставала ничего. В этом году, или что вот мы прям всеми вот как сразу взялись сюда с ночевкой, вот это все. Я так устаю, вроде две ночи посплю здесь, всего-навсего две. Особо я здесь ничего не делаю. А приезжаю, как будто вот на мне ездили, катались. Фу, да заколебали эти мошки. Далеко пошла-то. Чё? Взошло по одному зерну. Знаю, по три кидали. Ну, взошло уже. Зайти взошло. Да так все. Да нам оно и тетя Валя тоже непонятно, что тут происходит. Все, да. Да она не у Тольки, у нас плохое. Да обрати внимание. Ой, я вообще бы говорила, нахер. Травка все засеяла, и хары. Вон, приехали. Недолго музыка играла. Недолго нам тихо было. Вон, барин сидит на переднем сиденье. Ульяна, прям руки вот так. Я с ней, я на нее обиделась, я с ней разговаривала. Она тоже обиделась на меня, она что, непонятно. Сидит у нее смутка такая злая. Жизнь-то, ё-моё. Только в жопу дуть. Не будешь дуть. Все, враг номер один. Дождуешь, а то. Плохая. Папу, ой, папу, тише, не упади. Ма, открой дверь, Ульянь, ма. Мимо идешь. Все вышли, а ее забыли. Привет, Уль. Ой. Какие дела-то? Нормальные. Ты чехол, ты меня забыл. Я тебе он привезла. Я тебе и бридочки привезла. Если вдруг один. Привет, Донь. А, иду, помогу. Светочка, ты поглядел для бабушки? Как я вам? Лена мне подогнала сейчас. Угу. Мам, да. Хочешь тебе верить? Я тебе разрешаю мою шляпу. А почему ты не хочешь, Уль? Да она тебе там большая, да? Нет? Да, нет. Большая. Мама, ты говоришь, нормальная. Мам, хочешь с тобой верить? Я тебе разрешаю, я тебе подарю. Все. Хорошо, ну, спасибо. А? Не лежится. Игномик, голову поднимай и шабаш. Лей. Звезда, ты... А тут ты видишь? Вот. А, ну, WhatsApp сейчас. Ой, да я день снимаю. Да. Девки, шашлык Ленки замариновала. Херню. Я даже есть не буду. Мы с ней поругались. Я сказала, что она плохо маринует. А она, что я плохо мариную. Я буду плов готовить. Вот. Кралец сидит. Ой, сидеть. Сегодня прям вообще погода, так и шепти. Душно. Ну, а представь, если бы еще солнышко было бы еще хуже. Солнышком-то.
душно. Нормально. Ничего не душно. Ну, а при солнышком было бы еще хуже. Подальше отодвинь, туда наоборот отъесть. А я на эти штуки. А их туда сдвинем, давай, эти штуки твои. Отъезжай. Давай, Вероничка, ты ту, а я вот эту. Бери. Давай. Как двигать? Как двигать туда? Сын с ночи бедный устал, сейчас поспит, проснется, мойку будет собирать. Хотели сегодня беседку купить. Да погоди, она еще не уехала, а ты уже причитаешь. Угу. Хотели беседку купить, поехали. Нет, что-то нам не понравилось эти беседки. Решили шатер купить. Да, Уля, она еще не едет. Погоди, ты тоже это, пока. Зануда. Да. На автобусе тогда поедем.